Дальше, продолжая свой салат делать. Значит, здесь морковка длинненькая, здесь лук кольцами и здесь чеснок. Теперь я это дело солю. Солю я это дело, да? Много не буду, так. Потом можно подсолить, да? И делаю перчик сюда. Перчика делаю, конечно, побольше. Перемешиваю это дело. Вот таким макаром. Надо хорошо перемешать. Итак, друзья, перемешал. Заливаю сюда масло. Чуть-чуть тоже, много не лью. Еще что хотел сказать. Масло можно кипятить. Ну, не кипятить, а горячим маслом заливать. Тогда будет еще вкуснее. Но я не хочу греть масло. Поэтому не хочу вообще греть его. Хочу холодное. Вот. Опять чуть-чуть уксусу делаю сюда. Маленечко. Ну, это хе-салат. Тут должен быть уксус. Перемешиваю все это дело. Потом я достал мясо, кто видел, да, уже? Вот. И сюда его добавляю тоже. Мяско наше. Перемешиваю. Ну, я так делаю частями, чтобы хоть оно, ну, не одним комком там разлетелось. Ну, можно так, господи. Все. Сейчас главное. Вкусняцкое мясо. Все, сейчас главное перемешать надо хорошо. И будет готовый салат. Но он не готовый еще, ему постоять надо в холодильнике, остыть. Вот, друзья, получился такой салатик, короче. Сейчас я его под пленочку в холодильник, пусть он остывает еще и маринуется дальше. Желательно его кушать только завтра, конечно. Итак, друзья мои, сегодня какое-то видео скомканное такое будет. Ё-моё, ну что-то не так и не всякое. Пойду я жарить наше мясо, которое замариновалось. Вот это. Пойду на балкончик жарить, уже 10 час. Багетик, и там у меня есть еще салатик. Я думаю, салатик маленько сделаю. А может, и не буду делать, а может, сделаю. Ну, посмотрим сейчас. Короче, идем жарить на балкон, а то темно будет, вы не увидите уже даже. А мясо будет отменное. Друзья, я решил на этом гриле, только вот теперь не знаю, как багет я буду жарить. Наверное, он же тоже сюда войдет, багет. Я думаю, что войдет, и я его тут пожарю. Ну, а почему бы и нет, смотрите. Пускай жарится. Друзья мои, короче, багет так быстро пожарился, я прям даже и не ожидал. Я не знаю, вообще он готовый или нет. Понятия не имею. Но сейчас закинем мясо. Наверное, темно уже или нет. Не знаю, мясо, укроп будет гореть. Ну, сейчас покажу. Багет сюда заберем. Опа. Я прям даже не скажу. А, да я думаю, что он готовый. Он продается уже готовый. Его только надо греть. Теперь мы достали наше мяско. Укропчик маленько счистим. Чуть-чуть, чтобы оно, ну, не так горело. О! Ну все, поставили. Жарится наши стейки. Хорошая штучка, это не реклама. Так вам. Покупайте, пользуйтесь. Классная вещь. Все, ребятки, мое мясо готово. Но это два медальончика. Это просто я положил, разрезал, проверил. И вот чуть-чуть, много не надо, да? Вот как-то так. Как-то так. Ну и сделаю маленький салатик. Не буду показывать уже, потому что темно. Я сейчас тут буду кушать, пока сейчас салатик сделаю. Ну, если будет не темно, покажу, конечно.
Так что мне приятного аппетита, вам приятного просмотра. Как-то так сегодня получилось, все непонятно. Ну вот, друзья мои. Ну вот, друзья мои, получилось такое мяско. Винчик. Пожалуйста. Безалкогольный. Так что за вас, за нас. И чтобы во всем мире был мир. Во всей земле. Так что как-то так. Вино-то какое обалденное. Салатик вот такой вот я сделал, да? Вот. Я покажу вам. Обязательно покажу сейчас. Вот такой салатик у меня. И мяско. Мне не надо ни кетчупа, ничего, ни соуса никакого. Вот. Так что... Давайте. Давайте. Всем до завтра. Может быть. А может быть это послезавтра. У нас сегодня жарко было. О, выключилось. Свет попал на нее. Ну, потому что как? У дядьки все есть. Вот так. Оба. Все стоит. А работает вообще это вот от такой платки маленькой солнечной батарейки. Также телефончик заряжать можно от нее. Все, я кушать. Итак, друзья, всем доброго воскресенья. Вот такой получился салатик. Вот такой вот классный, вкусный. Вот. Друзья мои, я хоть и в очках вижу не очень, но этот гриб я заметил издалека. И он не один.